дамы и господа, у кого есть комментарии? Наверняка у кого-то же есть стихотворение о поэтах, о поэзии. Ну, никогда не поверишь, что такого нет, просто вы стесняетесь. Ну, кто же? Кто же? Люда? Людмила Тлачко, поддержим! У-ху! Ну, о поэтах грех не сказать. Стихотворение такое есть. Если встать на перекрестке, должен подойти чудак. Только дым от папироски и в кармане четвертак. Было множество историй, как разменивать себя. Пусть копейка рубль стоит или 33 рубля, но на пике этой пытки все же быть или не быть, то, что жизнь дала в избытке, по дешевке можно сбыть. У любого человека что-то есть, чего-то нет. Нет ума, считай калека. Нет житья, считай поэт. За светлое. Людмила Клочко, поддержим!